Бывшая жена экс-капитана сборной России Андрея Аршавина призналась, что скучает по временам, когда выступа в программе «Ледниковый период», передает «Комсомольская правда». По словам ведущей, участие в шоу помогало ей держать фигуру в форме. «Скучаю по своему телу таким, каким оно было во время участия в проекте «Ледниковый период». Полгода отпахала на катке. Фигура была идеальной. И я снова хочу быть такой, но в спортзале быстро становится скучно», – пожаловалась Барановская. Реклама она призналась, что помимо занятий саппортом приходится ходить к косметологу, который колет ботокс. «Лоб не справляется с повышенной эмоциональностью, а поскольку я работаю на телевидении, мне нужно выглядеть хорошо», – объяснила женщина. Ранее жена Юрия Жиркова рассказала о лечении сына в Дубае.